Валерий Пименов каждые выходные с семьей проводит на даче. Из города он выезжает по путепроводу «Аврора» и «Южному мосту». Мужчина согласен, что оба дорожных объекта нужно как можно быстрее привести в порядок и готов терпеть временные неудобства. На швах машину прямо аж вот так подпрыгивает. Так что я думаю, что нужно делать. Без неудобств невозможно отремонтировать. Так что поэтому, да, я думаю, все будут довольны, когда отремонтируют. Потерпим неудобства. На многочисленные обращения горожан отреагировали власти Самары и решили скорректировать список объектов, которые будут отремонтированы в 2023 году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В план этого года включили путепровод «Аврора» и «Южный мост». Они ремонтируют в связи с постоянными жалобами граждан на пробки из-за разрушение подходов к демпционным швам. В том году мы отремонтировали подходы к демпционным швам. В этом году обновим полностью ездовое полотно по этим путепроводам. И надеемся, что движение у нас пойдет уже более лучше. В 2017 году Южный мост ремонтировали капитально. В том числе меняли опоры и пролеты. Конструкции еще находятся на гарантии. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Подрядчику предстоит обновить подъезды к компенсационным швам. Дорожное полотно переведут в порядок по всей ширине. Перекрывать полностью движение мы не будем. Будем работать по одной половине моста и путепроводов. Ну, будут, конечно, неудобства. Но надеемся, что люди поймут и потом оценят ремонт. При необходимости будут рассмотрены компенсационные меры в организации пути объезда, перераспределение трафика и поддержание скорости транспортных потоков. Специалисты считают, что пешеходная зона и ограждения в дополнительных работах не нуждаются. За соблюдением сроков и качества ремонта вместе с властями областного центра будут следить и общественники, представители ОНФ. На всех этапах, это от торгов до заключения контракта и затем за прохождением, чтобы у нас поэтапно весь контракт, все сроки контракта были, собственно говоря, соблюдены. Но я хочу отметить, что в Самарской области по сфере дорожного, ну, дорожной сферы, конечно, у нас нарушений контракта сейчас таких вот грубейших не случается. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре в предстоящем дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать порядка 42 участков улиц общей протяженностью около 44 километров. К ремонтным работам подрядчики приступят, как только установится положительная температура и полностью растает снег. Чтобы снизить неудобства для граждан, большую часть работ будут проводить в ночное время. Светлана Тимофеева, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.